Алло. Алло, здравствуйте. Говори. Найдено, правильно? Да. Меня зовут Александр Алексеевич, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Какая причина, почему не оплачивать вовремя? Ой, не могу определиться с погодой. То ли мне королевне писец одеть, то ли сарафан шелковый. И вот поэтому не иду и не плачу. Вы сейчас все это мне говорили только что? Тебе. Вы нормально разговариваете? Ой, какой ты орущий. Меня не Он интересует, же какой писец у вас и тому худающий. подобное, какие Это уже шубы, по во-первых, карету во-вторых. начал. Ой-ой-ой. Я не вижу Ну, ничего вообще пари, смешного. пари. Я не ору, во-первых, во-вторых, не говорил, что вам из Смотри, дома не вообще куда-то выходить отделайся, ты надо, в чтобы... памперсе сидишь. Ну, слушайте, вам не далеко, не 16, не 17 лет, вы нормально можете разговаривать, во-первых. За Во-вторых, я не говорил, пределами что вам куда-то нормально не выходить нужно из дома. разговариваю. Банк Восточный. Вы меня слышите? Я Нет, не я говорю, что тебя вам даже не выходить из дома куда-то слушаю. надо, чтобы Ты погоду смотреть, вообще соблюдать, ничего что говорить одевать. не можешь. Эта запись разговора пойдет уже в другую Придурговорящая. сферу, понимаете? Ага, сферу. В чем причина, почему не оплачиваете Ты вовремя, себя еще раз спрашиваю? ответил, так и зафиксируй. Что вы не знаете, какую шубу одеть, чтобы выйти на улицу или что? Ага. Понял. А как вы считаете, нормально было бы, если бы вы пришли в банк? Ну, соответственно, Мысль потерял. Хотел что-то Восточный умное экспресс-банк. сказать и запутался. Печально. Нет. Вот представляете, вы пришли в банк Восточный, да? В свое время, когда еще не брали кредит. И вам бы сказали: ой, мы не знаем, давать ли вам кредит. Да Не знаю, какой ручкой от вас, от дураков, все подписаться что при угодно договоре. можно Как ожидать. вам Банк такое? Нормально было Восточный, бы? Я это думаю, же ненормально отдельное было. А зачем вы государство тогда за помощью из дебилов. банка? А зачем, если такой банк Что ты Восточный, такой плохой банк? кричишь? Зачем Не тогда обращаться было? кричи, А чтобы зачем такие обращаться в банк, идиоты который вас не звонили и устраивает? меня радовали. Кто еще Нет, порадует? вы скажите мне нормально, зачем брать кредит в Восточном банке, Я если тебе банк ответила, плохой, чтобы по вашему типа мнению? таких, как ты, мне звонили, и я над вами смеялась, угорала. Ну, я думаю, вы должны понимать, Я уже да, в это и таком возрасте уже делаю. в вашем, то, что это вас никак, во-первых. Что Во-вторых, ты от этого зарычал? пользы вам не будет, так же, как и мне вреда не будет, Тебе будет понимаете? От вред. этого ничего не Тебе изменится, можете хозяин это понять? кость не кинет. Какой? И ты будешь голодный. У меня нет Ты хозяина. так У в меня нет состоянии хозяина, еще раз полуобморока говорю. от того, что жрать тебе нечего. А хозяин вообще тебе ничего не кинет, потому что взыскивать не умеешь. Какой хозяин? Еще раз повторяю, какой хозяин? Какой хозяин, который тебя приютил, чтобы Какой ты за него хозяин? У вас тявкал? хозяин есть на работе? Чтобы У ты вас за хозяин него есть на работе? тявкал? У вас А хозяин ты есть не на работе? умеешь тявкать, ты хотел поорать на меня, и не получилось. Я не ору, я громко говорю еще раз, вы не путайте, Ты дома хорошо? будешь своей жене громко говорить. Она у тебя есть? Жены То есть нет. Теперь что-нибудь своему скажете мужу, еще? точно, точно. Какому Все, мужу? который у тебя дома. А ты его Какому жена. мужу? Что вы вообще говорите? Вообще такое, я не понимаю, вы вообще не понимаете, что вы говорите? Муж, Писец-то жена, такой сидит. писец, погода. Вы вообще понимаете, что вы говорите? Вы Говорю, можете что ты нормально разговаривать? Или пидорасик. вы будете в таком тоне общаться? Вы понимаете, вот за то, что вы сейчас сказали, не с целью мата, а вот это Ага. именно слово А употребили, за пидорасик это это вас не могут мат, это посадить твое конкретно, состояние. понимаете? Я не нарушаю твои права, Я ни в коем говорю не случае. касаемо это, я говорю не кас... Нет, подождите, вы секунду, можете услышать? Не касаемо Не надо мата, то, что вы мне оправдываться и говорить, сказали, что я не ты говорю, не что это мат, пидор. это не Ты мат. пидор. Я имею в виду, говорю... Да, вы можете меня выслушать хотя бы? Нет, хватит оправдываться. Я говорю то, что данное слово, Мне данное слово. неинтересно. Хватит оправдываться.
За данное слово, утюг. За данное слово, ага, вы можете очень сильно ответить. И не с целью того, что это вообще какой-то либо мат. Ой, меня сейчас напугают. Из-за того, что это слово... Забей мне стрелу, забей. Нет, вы, наверное, совсем не понимаете. Нет, вы, наверное, шутки шутите, я понимаю, но вы, наверное, не понимаете всю суть этого слова, во-первых. Что не понимаете? Это, мне кажется, это даже не мат. Вы просто не понимаете, что вы вообще сказали. Я сказал, что ты пидор. Это... Ага. Это вообще-то не обзывательство, не мат, на самом-то деле. Правильно я говорю, вот. Твое состояние. Я тебя не обзывала. Чего ты обиделся и стал оправдываться? Зачем? Я не знаю. Нет, вы, наверное, скорее всего, не понимаете, что для некоторых людей данное слово у вообще тебя никакого значения пересохло, не имеет. Да? И оно меня никак не... Да, ну я посмотрю, как ты дергаешься, ну, оправдываешься, слушайте. Волнуешься, переживаешь. А так тебе это слово вообще не колышет. Нет. Ты взыскивать позвонил. Будешь взыскивать-то или как? Или твой день испорчен? Это тебе бумерангом. За каждую бабушку, дедушку, женщину, мужчин. За всех тебе, тварь, бумерангом по твоей башке. Чтобы в следующий раз людям не звонил. Какие бабушки, какие дедушки, какие которым бумеранги. Ты звонишь и попрошаешься, у которых день, денег. Не волнуйтесь. Конченая. Вы знаете, кто такой попрошайка? Это тот, кто просит чужие деньги. А я да прошу конечно, твои. Я знаю, попрошайка, это ты, кто звонит по телефону с протянутой рукой и просит. Алло, алло, дайте, пожалуйста, дайте денег, дайте. Нет. Нет, вы ошибаетесь. Вы не знаете, кто такой попрошайка в таком возрасте? Твоя любимая песня-то. Вот вы сейчас в данном возрасте, вы должны знать, кто такой попрошайка. Стою я, да-да-да. Это твоя любимая песня. Я думаю, не стоит продолжать больше взыскивать. И что такого? И что в этом такого? И что в этом такого? А, да ничего, все хорошо, что Восточка стоит. Вы не волнуйтесь. И с песни поет, с протянутой рукой просят денег. Ничего, ты себе шляпу положи, может, побольше насобираешь. У дедушки что условно попросить шляпу. Что в этой песне такого, что она моя любимая, что в этом такого? Если моя песня любимая, что ничего, в этом такого? Ничего, все хорошо, всегда ее пой. Вот всегда. И все, вы все? Все, потеряли мысль? А чего ты нечего так бесишься? А чего нечего ты сказать? Такой ответ вы не ожидали, да? Такой ответ вы не такой ожидали. Такой ответ. Того, что ты твоя пишу... любимая песня? Да нет, вы ошибаетесь. Нет, вы меня, ожидала, вы меня никогда в жизни не сможете довести, как-то вывести. Что может сказать педрила попрошайка, стоящий и просящий денег? И потом сидящий и просящий денег. Следующий этап будет, ты на трассе будешь работать, потому что тебе там не получается, там не получается. На трассе станешь. Ну, нет, я не говорю, чтобы а на... я не говорю вам, чтобы вы на трассе работали, не, я вам такое хорошо. Не говорил. Я вам такого не говорил. Заранее это забивай там придумали. Себе место, потому а что а я буду там стоять? Ты, конечно. Я должен деньги, чтобы стоять где-то на трассе? Вот и будешь стоять. А, понял, а ты там хорошо. Желающих, весь Эверест стоит ясно. На трассе. МБА-финанс. Половина ваших сотрудников там стоят. Поэтому смотри, там тоже тебе вакансии. Я смотрю, вы много оказаться. Знаете про этот. Я знаю, да-да-да. Все оттуда. Вся пьянь, дрянь, грязь. А, вы оттуда? Тут. Ну, понял, Шивые хорошо. Вы оттуда, я понял, вы... хорошо. Понабрали вас. Отлично, отлично, это хорошо. Ну, никто не идет это на хорошо. Такие работы, как у вас. А вас там за копейки взяли, чтобы вы с голоду не сдохли только. Подобрали вас. Нищебродов. Ну, у вас-то работы нету, и вы, у вас денег но нету. У меня нет, я вот лежу на диванчике. Того, что вы в лучшем положении, нежели я. Тебя троллю, а ты передо мной оправдываешься, сидишь. И сейчас время выжидаешь. Что делаете мне с ней минут 15? Чтобы мне с ней что минут 15 поговорить, может быть, что-то заработаю. Как бы мне разговор протянуть? Нет, нет, нет. А время у меня не фиксировано, у меня нет времени, пусть зарплата. Пусть она делает из меня чмо. Пусть она меня поливает помоями. Лишь бы 15 минут разговора выдержать. Босс указания такие дал. Почему 15, я не понимаю? Почему? Почему 15? Ну, я могу с вами больше разговаривать, а почему 15? А, тебе... Ты можешь и полчаса разговаривать, но 15 минут – это норма. Да. Иначе вообще да. Уйдешь сегодня без копейки. Вот и да. А, да? Серьезно? А, да? Ну, давайте я вас ваши стереотипы поломаю. Ты дурак. Хотите?
Ну давайте, давайте тогда к сути дела, я стереотипы вас сломаю, чтобы вы не думали, что мне надо 15 минут. Уже разговор 10 минут идет, давайте, хорошо, давайте быстрее тогда. А потолок кинешь гарнитуру? Нет, вы же говорите, что я должен 15 минут поговорить с вами. Долбани, долбани эту гарнитуру. В общем, у вас долг 4500 рублей, вы когда платите, сегодня или завтра? Это вот за 4500 ты только выслушивал, сидел? Как низко, как низко. Ну что такого, выслушай, я ничего не слышал такого. А, то есть нормально все. Да, в принципе, да. Ну, плавай дальше и тогди в своем дерьме. Ну, знаете, мальчик. То, что вы относитесь к сексизму, это ваше дело. Не это вы. Ваше дело. То, что вы пересмотрели фильмов, ваше дело тоже лично. В принципе, ну, все, что вы смотрю. Сказали, это... А ты недоразвитый вообще. Хоть бы тоже посмотрел какую-нибудь серию интересного фильма. Желательно какого-нибудь такого. А я читаю, старинного. Я читаю. Чего я ты читаю. Читаешь? Скрипт свой читаешь? Бесспорный момент. В общем. В общем, и в частности. Нормальные люди, это я. Я тебе знаешь, что советую? Если вы не оплатите сегодня или завтра. Я тебе советую исключительно работой своей задницей. Все, мне не интересно, что вы советуете, честно. Мне не интересно, что слушайте меня и все. Я тебе задницу советую отработать. Если вы не оплатите 4500 рублей сегодня либо завтра, банк подаст на вас в суд, после суда будет нерадостный, вам придется уже взаимодействовать с реальной службой. А после суда будет все замечательно. Поэтому советую быстренько поднимайтесь и отрабатывайте. Больше, чем нужно. Херовый взыскатель. Так, это во-первых. Херовый. Что, во-первых, и во-вторых, и в-третьих, я тебе буду говорить одно и то, что ты херовый взыскатель, никакой. Ну, что это ты? Замечательно. Слушайте, теряешь, в общем, я не знаю, что вы говорите. Еще, чем зелень больше ты. Вы говорите, чем, а, тем хуже вам. Ты. Свинтус ты волосатый, теряешь. Я старше вас, так что давайте не будем ничего говорить. Ты старше меня. Жизненный опыт, наверное, у тебя побольше будет, да? И дорос ты такой величины недосягаемой, как звонилка с Восточки. И это просто утопия. Все. На этом можно поставить жирную точку. Больше ни к чему не стремись. Все сказали. Ну, возможно, к получению новой гарнитуры, более свежей такой. А так больше тебе ничего в жизни не надо. Все сказали. Добьешься гарнитуры, знай, это предел. Ну, не плачь только, а? Все? Не плачь. И пусть твой руководитель все, мне не все. Звонит потом и не говорит, за что вы обидели моего сотрудника, за что? Он сидит и плачет в уголке. Ты знаешь, подойди сейчас к какой-нибудь вашей этой дылде там, недоразвитой, скажи, обними меня, сотрудница банка Восточной, пожалей. Меня сейчас унижали и обижали. Ну, она тебя обнимет, тебе полегчает. Ну что, молчишь-то? Зачем? Все сказали. В общем, я считаю разговор неконструктивным. Ну, конечно. Всего доброго, до свидания. Пока.